локоть поднимает. Молодец, ну и голова торчит. У Владислава торчит голова, надо будет положить на воду. Так, далеко не видно. Пойдем ближе. Вот плывет Владислав, голова торчит сверху. Движения мягкие, ноги согласованы. По чуть-чуть давай. Касайся стенки, доплыви до стенки, коснись. Все хорошо. Значит, Владик, сейчас будешь отдыхать, пока не восстановишь дыхание. И повторишь эту сотню еще раз. То есть 5 сотен сразу же. Попробуй проплыть с отдыхом. Если 2 проплывешь, если 3, все это твое. Техника у тебя хорошая, но голова торчит. Ты держишь голову над водой. Надо попробовать ее положить. Ноги работают нормально. Руки нормально. Локоть поднимается, вперед тянется. Грибок хороший. Но у тебя общая физподготовка пока маленькая. И ты быстро устал. Всего за 100 метров ты устал. Поэтому сегодня задача. Вот пока я плаваю, 5 сотен. С большими отдыхами. С восстановлениями хорошими. И вдох-выдох воду. Вдох-выдох воду. Я тебе буду рядом плавать, на тебя смотреть. И снизу еще посмотрю из-под воды, как ты плаваешь. К сожалению, не сниму. Сверху я тебя снял, это в компьютере мы посмотрим. Но задание тебе выносливость. Вот 5 сотен на выносливость. За час доплывешь 500 метров на выносливость с отдыхом. Ну давай, Владик. Я тогда рядом поплаваю, потом еще покажу, как в моноласте. Хорошо? Все, действуем.